Между тем, во всех муниципалитетах нашей области начинаются традиционные новогодние елки. Одна из них прошла в пятницу в Тверском дворце творчества детей и молодежи. Яркое представление увидели более 600 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также из малообеспеченных семей. По сути, за один день прошли сразу два праздника. В 11 утра для юных жителей Заволжского и Московского, а в 2 часа дня Пролетарского и Центрального районов. Со своими номерами выступили коллективы самого ДДМ. Не обошлось и без участия Деда Мороза со Снегурочкой, которые приготовили для ребят хорошие подарки, которых было закуплено более 2000. Причем их развезли и вручили даже тем, кто не смог приехать на проезд Дарвина. Это мероприятие всегда очень пользуется популярностью. Дети с удовольствием приходят, танцуют, веселятся и, конечно, рады тем подаркам, которые мы им приготовили. Очень надеемся, что наши замечательные детки получат заряд бодрости, хорошего настроения и почувствуют приближение замечательного праздника – Нового года.